Здравствуйте, дорогие друзья! Театр поэтов «Послушайте», проект ТВ «Поэзия», «Карабас-Барабас» Владимир Антипенко. Это я, руководитель театра и организатор этого проекта, который называется ТВ «Поэзия». Был 2011, теперь 2012. Отличается добротой 2012, в кавычках. Кому не нравится, как автор себя ведет на сцене, подходи вот сюда, причем можно даже во время чтения, если вот автор читает, а кому-то не нравится, только вот здесь вставайте, и это может повлиять на то, может, я выйду или остановлю читающего, и мы зададим вопрос, почему. Может быть. А может быть, нет. Меня зовут Владимир Антипенко, я не знаю, говорил я это или нет, это не важно. Хотя очень важно. Значит, первым сюда идет Евгений Зудин. Пожалуйста. У него называется «Пегас». Давай же. На самом деле уже не «Пегас», уже изменилась программа. Так получилось, что большинство моих стихов посвящаются кому-то. Этот раз не исключение. И это стихотворение, которое хочу прочитать, посвящается сразу двум людям. Один из них — это граф Николай Петрович Рязанов, выдающийся русский путешественник, который наиболее известен в культуре как персонаж рок-оперы «Юнона Авось». А второй из них — это заслуженный артист России Александр Трофимов, исполнитель этой роли в Санкт-Петербургском театре рок-опера. Стихотворение называется «Земля осенняя». Не призрак бродит здесь, в глухой обители, в деревне замерзшей в закатной тишине. Один, без спутников, среди молчаливых жителей, печально бродит он, как будто бы во сне. Земля осенняя, само название просится для крова тихого опавших тополей. Сюда и запах моря не доносится, но очертания уснувших кораблей еще видны, когда во мгле таинственной, неспешной поступью в сгустившуюся тьму, он опускается. В тот горький миг единственный всего живее вспомнится ему и песня моряка от ветра пьяного, и шепот девушки угаснувшей: «Вернись!» Не призрак то, душа, душа Рязанова, жемчужным облаком стремящаяся ввысь. Следующее стихотворение такое небольшое, там всего две строфы, и так получилось, что оно приурочилось к празднику 8 марта и посвящается, наверное, всем женщинам в этом зале. Храни ее, мой самый краткий стих, раскинув крылья строчек для объятий, как тайну скрытую за ворохом печатей и чайку серую на берегах чужих, как старый и усталый человек, что стережет лишь скрип сырых ступеней. Храни ее, мой самый шумный век, для тишины грядущих поколений. Спасибо. Ну, еще одно можно? Давай. А стихотворение очень старое, там еще какие-то моменты, которых сейчас, наверное, у меня уже и нет, но, тем не менее, оно мне как-то полюбилось. Называется «Осенние встречи». Наши души еще не излечены, не свободны от тяжких оков. Наши встречи печалью отмечены, тихой грустью несказанных слов. Говоришь ты о разном без устали или отводишь мечтательно взгляд, у меня на душе грустно ли, пусто ли, я отвечу тебе не впопад. Ты с мольбертом и кистью обвенчана, я же нищий, бездарный поэт. О, моя драгоценная женщина, ты одна подарила мне свет. Словно в черном и бархатном омуте, что с минуты у каждой темней, я брожу в одиночку по комнате и с луной говорю в тишине. Лунный свет серебристый и излученный в пустоте обрисует твой стан. Я гляжу на твой образ измученный и не верю, что это обман. В сентябре дни томительно тянутся. Почему же все так? Объясни. Пусть хоть наши прогулки останутся. Мне так дороги стали они. Эти дни светлой грустью отмечены. Так пойми же меня. Между тем, я живу только нашими встречами, только ими и больше ничем.
Евгений Зудан! Евгений Зудан, спасибо. Спасибо. Подожди, а что ты думаешь, вот тебя поаплодировали так, и все, да, ты герой. Вот вопрос у меня. Скажи, пожалуйста, как ты, вот ты для чего вообще стихи пишешь там и так далее? Пишу, потому что мне это интересно, потому что я вижу массу... Хорошо, зачем тогда выступаешь своими стихами? Потому что я, ну вот я уже говорю, что я пишу в классическом стиле, поскольку я вижу, что многие вещи в классическом языке еще можно разрабатывать и разрабатывать и разрабатывать. Хорошо. И мне хочется это донести. Кому Женя Зудан на ура, поднимите руки. Не так и много. А кто считает, что это такая лирика, такая депрессивная, ну такая обычная лирика, поднимите руки. Есть такие? Нет, таких нет. Я считаю, что прогрессивный поэт. Он еще раз пишет заново. Я специально провоцирую. Вот, Жень, видишь, ты сегодня победил опять. Да. Евгений Зудан! Спасибо. Это была провокация.